Привет всем, с вами Лига Music Wars. Ну а сегодня у нас туска и куча-куча подарков. В общем, что будет, если закупить по сотне подарков каждого? Что если охота очень выкачать игры разума, а падает только зомби? Что если охота модули, а модули не падают? Но надо сверху еще дополнительно докидаться подарками на робокота. Все уже много говорили, что робокот является имбой, но только на 20 уровне. То есть все пытаются выкачать его в топ. Ну а по дропу, как он выпал и что, оценивать, конечно же, вам. Я считаю, что соточка, соточка и соточка прям топ соотношение. Ладно, ребят, смотрите под хорошую музыку. Ну и, конечно же, комментируйте все, что вы думаете о данном дропе. Поехали! Так, ну что, всем привет, меня зовут Туска, и я уже неоднократно на канале Доктора открывал подарки, думаю, все это заметили. Мой прошлый день был в МДР, сегодня у нас такое количество подарков, возможно, в следующий раз будет докуп, будет вторая часть, не знаю, посмотрим, как пойдет. По шоу у нас 3 штуки, центр генетики 260, 10, ну 7 можно сказать. Все бесплатки уже давно выкуплены, ну, наверное, начнем с маленьких. Я основное, как бы, буду вытягивать игры разума на девятку, потому что последний день хочу выкачать на 10, чтобы побольше было. Модули без разницы, какие выпадут, все равно докупать буду. Седьмой зомби, 10-й робокоп, зомби ставил, 4-й. Поехали, с мелких открываем. То есть по 10. Ох, нифига себе, уже начинает падать. Вторая игра разума. Зомби. Зомби с маленького. Неплохо. Неплохо. С маленького летит зомби даже. Ух ты. Вот это я сейчас, конечно, рад. Рад. 6-я игра разума, 10-й зомби уже. 50 подарков почти открыл, 60 там. Ну, сейчас он перестанет падать, в принципе. Да? Перестанешь падать? Нет. 12-й зомби. Ух ты, как мне. Повезло. Получается, 5 уровней с маленьких качнул. Не думал, не думал. 3 подарка. Все, это у нас с вами 7-я игра разума, 7-я маска и 12-й зомби пока что. Так, ну, пока что я рад. С маленьких троп очень хороший. Посмотрим, что по модулям. У меня 10-й расширитель, поэтому мне все модули нужны. Падает зомби, окислитель, квиды. Квиды прям что-то как-то звезды. Второй, первый прицел. Фотонный проектор. Давайте, сейчас еще один и десяточку откроем. Десяточка, что тут? Зомби, зомби ставил, прицел второй. Зомби хорошо падают, очень даже как-то. С маленьких. 5-й и еще плюс 2 уровня. Я думаю, в принципе, зомби я должен выкачать. На фул. Ну, если на фул, то хотя бы почти на фул. 15-й зомби, ух ты, жесть. А давайте десятку. Зомби ставил, квант. Неплохо. Даже был лучше окислитель. Окислитель бы лучше падал, квант. Нафиг мне этот прицел и щит. Окислитель, хорошо. Зомби, 16-й. Неплохо. Звезды. Так. Чё-то как-то, я так понимаю, все, дроп закончился. И ничего больше не будет падать. Ну да, 10 подарков, 3-й прицел, чё-то как-то жесть. Так. Хороший вопрос, а если заданька? На сколько-нибудь звезд. Сейчас я быстренько найду ее. Продолжим. Продать товар. Ничего нету, жаль, печаль. Беда. Давайте. Ну все, я так понимаю, модуль больше не будут падать. Я слышал то, что модули плохо падают. Ну все, тут 25. Все, зомби ставил 10. Больше не будет падать. И так же не будет падать модуль, я так понимаю. 18 подарков. А модуль почти не упал. Что-то как-то прям печально. Ну, 2000 квидов. В принципе, неплохо, если что-то куплю. Надо будет еще покупать, скорее всего. Ну и все, тут последних 6 подарков. Ух ты, генератор, ты. Квант, точнее. Не ожидал. Я уже думал, вообще ничего не выпадет. 110 больших осталось. Так, давайте посмотрим, что по модулям выпало в итоге. Сразу переместим их. 3, 2. 2. Ну, в принципе, неплохо, но можно было и лучше, кстати, 100 подарков, а выпало, блин, по сути, нихера. Хотя бы
Еще четвертый был квант, выпал. О, прекрасно. Так, десятый робокоп. Плюс еще вот этот. Еще 10 уровней. Адский звук этот. Скорее всего, он будет падать. Ну, давайте посмотрим. Ну, как и говорилось, адский звук. Ой. Адский звук, почему-то я не удивлен. Робокоп. Давай, робокоп. Зомби, ладно, сойдет. Робокоп. Адский звук. Робокоп. Нет, адский звук. Пятый уже. Ну ладно, сейчас он быстренько выпадет до 10-го и перестанет падать. Надеюсь, что... Может и перестанет падать, а вот питомцы не начнут падать. Или вообще сейчас все перестанет падать. А, извините, срочно нужно было отойти. Так, адский звук. Шестой выпал. Открыть еще. Седьмой. Восьмой. О, робокоп, неужели? Одиннадцатый. Ну что-то мне кажется, я не выкачу его. Сегодня. Робокопа этого. Потому что 12-й. Что там 70? Давайте 10 откроем. Зомби, робокоп. Давайте еще. Давайте сейчас. 50-й, еще 10-ку откроем. Ну, блин, хватит падать. Дай мне робокопа. Вот. Молодец. 14-й. Давай. 15-й. Неплохо. Давайте 10-ку. Пиздец. Что-то как-то я не очень. Но зомби очень хорошо выпал. Считай плюс. Сколько? Сколько там? 7-й был? 13 уровней, неплохо, в принципе. Звезд насыпал 6 тысяч. Ну, это мы еще. Я думаю, вторую часть точно буду делать. Поэтому ждите. Потому что что-то группа меня не особо доволен. Робокоп 17-й. Молодец. Ну хотя, слушайте, нет. Если сейчас еще робокоп выпадет, в принципе, я буду доволен. Давай, 18-й. 18-й. Нет? Давай, 18-й. Я верю в тебя, давай. Сейчас. Сейчас. 550 звезд. Давай, ну же. Давай, три подарка. Ну. Ну, на последнем. Да пошел ты нахер, а? Ой. В общем, такое открытие сегодня у нас. Что у нас там выпало? 18 тысяч. Шау. 58 тысяч. Генетики. Да, генетики. Почти 32 ринга. 7 тысяч звезд. Адский звук 9. 9 адский звук, который мне нахрен не нужен. Ой. Почти. Сейчас тут. 19-й по. Ну почти нет, но 19-й по-любому я буду выбивать. Зомби. В принципе, чё? В принципе, зомби я доволен. 20-й. Нормально все. По-моему. Ну, с вами был Туска. А, по модулям, еще раз посмотрим. Вот такие модули. Модули говно полнейшее. Я думаю, будет больше, лучше. В общем, зомби очень хорошо выпал. 20-й, в принципе, прям то, что я хотел. Зомби ставил 20-й. Чуть-чуть не хватило адский звук качнуть, который мне нахрен не нужен, но, блин, что поделать. Ладно, 17-й робокоп, по-любому буду добивать до фула, осталось тут, в принципе, немного. Всем спасибо за просмотр. Ну, с вами был Туска, ждите вторую часть. Всем удачи, хорошего дропа, пока.